Территориальное общественное самоуправление «Мостовая Слобода» продолжает благоустройство своего микрорайона в рамках программы «Комфортная городская среда ТОС». На этот раз за бюджетные средства закупили 15 видеокамер, которые помогут повысить безопасность граждан на территории большого микрорайона, где сегодня проживают более 5000 жителей. Это и многое другое удалось сделать благодаря активности мостовчан. Безопасность, в первую очередь, направлена на борьбу с различными, естественно, преступлениями. Это может быть и закладки наркотиков, которые очень часто у нас находят. Потом это обеспечение безопасности, в первую очередь, наших детей, которые ходят в школу. Ну и также борьба с незаконными свалками отходов. Частенько к нам вываливают отходы, не стесняясь. 15 камер установили на нескольких улицах – Звездная, Родниковая, Маяковского, Пригородная, а также Яблоневой и Малиновой переулки. Записывающие устройства с высокой степенью разрешения до 5 мегапикселей будут оперативно в режиме онлайн передавать четкую картинку в городской центр видеонаблюдения. Чтобы просматривался пешеходный переход и вообще, как ребятки у нас переходят дорогу. Также около храма у нас часто, конечно, скопление народа бывает, чтобы все было аккуратно, безопасно. Также люди за собственные средства хотят установить шлагбаум на улице Родниковая, чтобы не допустить проезда транспорта, незаконно сваливающего мусор в Свиягу. Сегодня уже расчищено и подготовлено место для установки автоматического оборудования. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Управды ТВ.